В области стали меньше бросать новорожденных. За 7 месяцев в ярославских больницах и роддомах оставили 24 ребенка. Так низко планка еще не опускалась. По сравнению с прошлым годом, количество детей-отказников сократилось почти в два раза. Таковы данные Управления социальной и демографической политики правительства региона. Также наполовину стало меньше семей, находящихся в социально опасном положении. Их насчитали немногим больше 1000. Закон за неправильную